Очень насыщенная у нас получилась беседа. Давайте буквально вот из заявленной нами повестки дня, вот то, что мы размяли, давайте резюмирующие короткие слова. К чему мы пришли? Мы заглянули немножко за горизонт, вот когда ставили цели. Есть простой слоган – думать Беларусь. Самое главное для нас всех – думать Беларусь. Нашу страну, страну наших смыслов, страну, без которой нас не может быть. Мы идем спокойно, уверенно, мы не без ошибок, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому вместе мы думаем Беларусь. И это одна из таких площадок, где мы будем думать Беларусь. Можно какими-то слоганами говорить. На благо народа, на благо суверенной независимой Беларуси. Это призвание парламента. И каждый, кто там оказался, он должен понимать, что от него зависит будущая жизнь его детей, внуков и следующих поколений. Любой успех любого государства в мире, да, это никогда не есть использование каких-то универсальных моделей или импортированного опыта. Это всегда есть выработка какой-то собственной модели, ну, в данном случае белорусско-центричной модели, основанной на наших ценностях, которые также являются общечеловеческими, которые в конечном итоге приведут нас к успеху и помогут сохранить нашу независимость. Алексей Сергеевич, аналитики нам помогут. И стратегии. Аналитики будут внимательно за этим наблюдать.